как много в нас невысказанных слов, что прячут ото всех души архивы. К чему словам таинственный покров? Быть может, их сказать, пока мы живы. Зачем мы оставляем на потом слова, что могут осчастливить лица? И почему не думаем о том, что завтра может вовсе не случиться? Ведь жизнь непредсказуема. Она порой нам планы на корню ломает, и на такой нам краткий срок дана, а время это слишком быстро тает. Так может быть, нам залежи убрать, освободить душевные архивы и все слова желанные сказать? Давайте поспешим, пока мы живы.